Всем привет! С вами снова Илья. Сейчас решил записать такой небольшой выпуск. В этом выпуске не будет какого-то прогноза относительно будущей динамики цены. Этот выпуск больше будет посвящен тому, что такое фьючерсы на биткоины, что такое фьючерсы в принципе и какое влияние они могут оказать на динамику первой криптовалюты. То есть прошло уже какое-то время с того момента, как фьючерсы были запущены, уже есть какие-то определенные объемы торгов по ним, уже можно понять, какая будет корреляция между стоимостью фьючерса там и стоимостью вот этого вот биткоина самого как базового актива. Более того, посмотрел достаточно большое количество видео в интернете как раз на эту тему, где люди, я так понимаю, далекие от финансов решили поделиться э, своим взглядом о том, что такое фьючерс, для чего он нужен. И мне, как человеку с экономическим образованием, было просто э, страшно это слушать. Итак, давайте начнем. Значит, говорят, что вот в этих видео, которые я смотрел, что фьючерс это якобы какой-то инструмент на биткоин в частности для там, страхования чего-то, для какие-то права там, на покупку или на продажу возникающую через определенный момент времени. И у меня как бы возникает с этим вопрос страхования от чего и чего. Вот, давайте-ка немного разберемся. Во-первых, есть условно два рынка. Да? Это рынок, где торгуются базовые активы, и это рынок, где торгуются производные финансовые инструменты, соответственно, в том числе и фьючерсы. Рассмотрим первый вариант. Рынок базовых активов. То есть базовые активы это вот блин, базовые изначальные активы. Ну, что сюда можно отнести? Какие-нибудь акции, какие-нибудь облигации, там золото там само по себе, что-то еще, биткоины. И, соответственно, производные финансовые инструменты. Это в том числе там, фьючерсы, опционы, там, свопы, другие контракты. И все остальное. То есть подробнее, если вам интересно, что такое там производный финансовый инструмент, какие они бывают, можете просто вбить это в Википедии. Вот здесь вот есть статья. Здесь достаточно подробно все расписано. Сейчас я это ну, рассказывать не буду. Вот, соответственно, есть производный финансовый инструмент на биткоин. Зачем и для чего его ввели? Не для того, чтобы кто-то там мог какие-то риски страховать, не для того, чтобы какие-то у него права возникали на покупку или на продажу. Вели фьючерсный инструмент, на мой взгляд, по одной простой причине, чтобы вести это в легитимное русло. То есть биткоин сам по себе и торговля на нем, она для большого количества инвесторов не является законной. То есть э, этот рынок он никак не отслеживается, все эти транзакции они анонимны и фактически э, какие-то более-менее крупные инвесторы они в него вкладываться не имеют права, особенно если какие-то там хедж-фонды и так далее. Поэтому ввели следующий инструмент, ввели фьючерс как производный инструмент для того, чтобы э, на нем э, могли вот эти вот как раз-таки крупные институциональные инвесторы проводить свою работу. Это не с целью никакого страхования, это еще один рынок для спекуляций. Но этот рынок для спекуляций он уже находится в каком-то правовом поле и он регулируется. И за счет этого гораздо большее количество игроков могут принимать в этих торгах участие. Фьючерс, в общем понимании, это своеобразная купля-продажа инструментов просто с отложенной поставкой. То есть, если вы, например, купили сам по себе биткоин, нажали buy. Да, у вас там биткоин на вашем кошельке там появился, к примеру, либо на, либо продали биткоин у вас исчез. Фьючерс это отложенная поставка. Когда вы покупаете фьючерс на биткоин, у вас просто возникает какая-то якобы обязанность там через э, определенное количество времени произвести расчет по этому фьючерсу. То есть, если у вас фьючерс остался э, до даты экспирации, так называемой, то э, на дату экспирации вы должны произвести расчет. Если у вас куплен фьючерс то тот, кто вам этот фьючерс продал, он должен вам поставить то количество биткоинов, которое, на которые рассчитан ваш фьючерс, а вы, соответственно, их у него получаете. тогда как платите полную стоимость, соответственно, за эти биткоины, исходя из той суммы, на которую был приобретен фьючерс. вот и все. кроме того, фьючерсы, которые торгуются на CBOE, это фьючерсы без поставки, то есть у них есть экспирация Э, экспирация вот здесь вот э, январская, февральская, мартовская И соответственно на эту дату не возникает поставки Потому что представляете, как можно поставить биткоин э, Это неурегулированный инструмент И даже если дата поставки возникает, эту подставку нельзя никак в правовом поле отследить То есть невозможно так, что вот э, купил там какой-то один фонд, у другого фонда фьючерс Возникает дата поставки и как проверить эту поставку то есть, это просто юридически невозможно. Поэтому поставки самой нет. Просто, скорее всего, по этому фьючерсу э, вы получаете просто следующий фьючерс. То есть, на, соответственно, февральский. И вы уже обладатель февральского фьючерса, просто он у вас экспирировался с январского на э, февральский. То же самое будет с февральским на мартовский и так далее, и так далее. То есть, это э, рынок как бы абсолютно другой и с реальным э, рынком биткоинов он практически никак не связан. Я, в принципе, не удивлюсь, что если здесь а, фактически цена там фьючерса на биткоин будет там порядка 20 тысяч, тогда как сам биткоин будет, к примеру, 10 тысяч. Потому что, по сути, нет никакой связи вот этого вот рынка с рынком реальным, а, с реальной поставкой биткоинов. Вот, а это тоже как бы определенная мысль для рассуждения. Сейчас, кстати, фьючерс на биткоин стоит 17 820. все эти данные недоступны на сайте биржи, вот он. Кому нужна прямая ссылка, вот я ее сейчас выделил, можете зайти и здесь все просмотреть. То есть вот сейчас самый ликвидный фьючерс, он это всегда самый ближайший фьючерс, у него экспирация там 17 января Сейчас последняя стоимость у него 17 820, то есть, ну, повыше, так скажем, чем а, текущая рыночная стоимость а, биткоина. С одной стороны, это достаточно логично выглядит, потому что участники рынка ожидают роста по этому инструменту, поэтому фьючерс стоит дороже. Но с другой стороны, да, поставки самой не будет. Поэтому какая разница, за сколько вы купили фьючерс, если вам этот биткоин все равно не поставят а, 17 января? Далее здесь есть цены максимума, минимума. Я не нашел, честно говоря, графики в реальном времени. Вот эти вот все данные, они с задержкой в 10 минут. И здесь еще есть показатели объема. 2918 это, скорее всего, контрактов. По спецификации контракта, один контракт сейчас, по-моему, 5 биткоинов. То есть получается у нас что? Какой объем торговли мы увидели по биткоину на сегодня за неполные сутки? То есть 2918 надо умножить на 5. То есть мы получаем, что примерно 14 500 биткоинов было в объемах и нужно еще умножить на примерную среднюю стоимость. Ну, учитывая high-low, что-то среднее, это где-то 17 тысяч. То есть 17 тысяч долларов. Итого мы получаем примерно 250 миллионов долларов. Это реальный объем этого рынка фьючерсного по биткоину. На текущий момент это в разы меньше, чем рынок с поставкой. То есть вот давайте перейдем на... Так. На CoinMarketCap мы видим, что суточный объем здесь 12 миллиардов 300. То есть 12 миллиардов 300 против 250 миллионов долларов. Это в разы меньше, как вы уже видите. Поэтому существенного влияния этот фьючер сейчас не оказал, по крайней мере на данный момент, на котировке биткоина. Больше он все же вырос на ожиданиях ведения этого фьючерса. Реальная ситуация уже немного другая то есть не такой уж и большой интерес э, инвесторов э, к этому инструменту поэтому не увидели мы какого-то там резкого взрывного роста или резкого взрывного э, падения так э, что еще соответственно здесь хотел я рассказать а да э, то есть подведем итог их выпустили для того, чтобы придать легитимности этому рынку, чтобы могли не на каких-то там непонятных биржах, непонятного инструмента, анонимных, анонимными кошельками и так далее. Работать инвесторы, а на вполне урегулированном рынке просто срочном. Далее, здесь есть еще плечо. То есть размер гарантийного обеспечения по этим контрактом, он меньше, да, то есть, если вы, например, хотите купить там биткоинов, э, например, 10 штук, вы должны заплатить полную стоимость, там, на текущий момент около, там, 160 тысяч долларов. Если вы покупаете фьючерс на 10 биткоинов, то есть, вам достаточно купить, там, 2 фьючерса, размер гарантийного обеспечения здесь намного ниже. Если я не ошибаюсь, порядка 44%, по-моему, здесь гарантийное обеспечение, кстати, подвырос немного, уже 18.40%. Так, ну в общем спецификации надо искать, сегодня я натыкался, по-моему 44%, то есть это означает, что э, примерно в два раза меньше, а возможно чуть больше, чем в два раза меньше, вам нужно фактически денег отдать для того, чтобы совершить куплю или продажу э, этого инструмента. То есть еще создает дополнительный интерес э, для тех, кто здесь работает. Вот, итак, давайте еще раз подытожим, то есть э, все слова, которые вот, я э, сказал, их достаточно много, э, э, если кратко. То есть фьючерсы это определенный инструмент просто с отложенной поставкой. То есть, не сейчас вы конкретно э, купили этот биткоин, он у вас появился, или потом э, купили, продали, и он у вас исчез. То есть здесь все по-другому. Э, изначально это просто вы купили фьючерс, наступает дата экспирации. Кстати, что такое экспирация, тоже можете почитать. Вот здесь статью для вас выделил и после этого идет расчет. Но эти конкретно фьючерсы, они без расчета. То есть просто срок экспирации у вас будет все переноситься, переноситься и переноситься. Реальный объем рынка, он не такой большой. Примерно 250 миллионов, чуть меньше, чем за сутки. Это намного меньше рынка базовых активов. Далее. Выпустили их, для того, чтобы, не для того, чтобы кто-то что-то страховал, там какие-то риски, не для того, чтобы э, кто-то там реально его поставлял. А для того, чтобы этот рынок был легитимным. Э, и это рынок чисто спекулятивный. То есть кроме спекуляции здесь никто ничего не преследует. Ну и плюсом ко всему здесь есть определенное плечо. То есть размер гарантийного обеспечения меньше, чем фактически стоит биткоин. Поэтому это создает дополнительный интерес для инвесторов. Ну вот, примерно таким образом это все, что я хотел рассказать о биткоине. Кого это интересует, надеюсь, досмотрели видео до конца. И так, да, в принципе, у меня все. То есть, поэтому подписывайтесь на канал, ждите дальнейших прогнозов. Завтра будет у нас новый прогноз по остальным финансовым инструментам. Все, всем пока. Не слушайте людей, которые там рассказывают всякую муть про фьючерсы. Всем пока.